Добрый день, вы смотрите итоги дня информационного портала ulpravda.ru. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Отремонтировать и переоборудовать Новоульяновскую больницу. Пожароопасный период будет объявлен со следующей недели, однако огонь уже захватывает поля с сухостоем. Ульяновская молодежь пробивается на всероссийскую студенческую весну через любовь и одиночество. Новоульяновск в оползневой зоне. Что ждет этот город? Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил Ульяновскую область. В рамках рабочей поездки Игорь Комаров провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона с учетом реализации приоритетов, обозначенных в указе президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Сегодня полпред ознакомился с работой Ульяновского механического завода, посетил губернаторский лицей, построенный в рамках федеральной программы, и представил нового главного федерального инспектора по Ульяновской области Сергея Валенкова. Отремонтировать и переоборудовать Новоульяновскую больницу. Поликлиника и инфекционное отделение уже отремонтированы, но надо обновить остальные корпуса. На очереди хирургия. Когда вновь займутся учреждением и сколько средств необходимы для работы? Подробности в нашем материале. Новоульяновская больница постепенно обретает современный облик. Инфекционное отделение и поликлиника отремонтированы, также в штат поступило 9 молодых специалистов. Местные жители рады положительным переменам, но все же остались и некоторые проблемы. Неожиданно то, что выдают квоты. Квоты, например, вот я пользовалась квотой на МРТ. Прошла вот медицинское обследование бесплатно. Конечно, хочется, чтобы отремонтировали дальше наши другие корпуса, так как тоже проходило лечение на дневном стационаре терапевтического отделения. Желает, конечно, лучшего. Почему? Потому что там в основном уже долго, длительно не делался ремонт. Ну и в других, конечно, отделениях, таких как детское отделение, хирургическое отделение. Главврач учреждения рассказал о первостепенных задачах этого года. Больше половины больницы необходимо привести в порядок, от замены проводки до капитального ремонта. Разрабатывается ПСД на инженерные сети, в первую очередь это на уличные инженерные сети, чтобы было тепло, так, чтобы была вода и электричество. А в последующем, то есть в процессе уже идет подготовка ремонта хирургического корпуса, ПСД готова уже на ремонт фасада. Учреждение с рабочим визитом посетил Сергей Морозов. Вместе с представителями Минздрава глава региона обошел и обновленные, и проблемные корпуса. Губернатор обозначил сроки, в которые надо уложить ремонтные работы в терапии и хирургии. Кстати, хирургическое отделение должно быть полностью переоборудовано. В течение, получается, вот 18-го, 19-го, 20-го, там, 22-го годов в полном объеме этот весь комплекс приводим в идеальное состояние. После обхода в стенах больницы состоялось совещание. Губернатор определил сроки выполнения работы и сориентировал руководство больницы по вопросам финансирования. На ремонт хирургии заложено 3 с лишним миллиона рублей, на инженерные сети – около 6 миллионов, на благоустройство – около 9 миллионов рублей. Реставрация корпуса должна быть завершена в октябре этого года. Виктория Черкова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды. Тема оползней и обрывов ежегодно поднимается в нашем регионе. Десятки километров берега Волги находятся в оползневой зоне. Под воду могут уйти не только небольшие деревеньки, но и, например, город Новоульяновск. Берега крупнейшей реки в Европе необходимо укрепить, а ее воды очистить. В Ульяновской области насчитывается более 20 оползневых участков. На многих из них береговая полоса ползет. Но Ульяновск – один из городов-счастливчиков, в котором обрыв почти добрался до жилых домов. Медлить нельзя, в ближайшее время необходимо начать действовать. На живописный обрыв Новоульяновска приехал Сергей Морозов, чтобы обсудить планы работ с сотрудниками Минприроды и мэром города. В качестве домашнего задания записываем, что на 2020 год готовим финансовые средства для подготовки проектно-сметной документации. В 2021 году мы ее защищаем, и в 2022 году, дай бог, все будет хорошо, занимаемся берегоукреплением Новоульяновска. Далее разговор об оздоровлении Волги перенесли в здание местной администрации. Напомню, что в соответствии с указом президента в России функционирует федеральная программа «Экология». Она включает в себя 11 проектов, в одном из которых внимание обращено на Волгу. На реализацию проекта выделено 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Деньги предназначены для строительства новых очистных сооружений. Виктория Черкова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды. Сегодня, 11 апреля, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день ульяновцы собрались на площади 30-летия Победы, чтобы вспомнить о тех страшных событиях. Подробности у Павла Полового. У памятника жертвам концлагерей собрались люди всех возрастов и званий. Прийти сюда в этот день каждый считает делом чести. И вы знаете, буквально по несколько человек живых
осталось на каждом избирательном округе, кто прошел этот ужас, и мы с коллегами прошли по каждому адресу. И, ну, крайне сложно, конечно, слушать рассказы участников этих страшных событий. Сами бывшие узники пришли в полосатых шарфах. Память о робах, которые они некогда носили. Узников концлагерей осталось очень мало. Они попали в лагеря еще детьми, а теперь уже глубокие старики. Им трудно рассказывать о том, что они пережили. Те, кто был с ними там взрослым, их уже нет в живых. Как бы ни было тяжело, ветераны считают, что митинги реквиема нужны. Помнить об ужасах фашизма и никогда не допускать подобного нигде на земном шаре. И молодые помнят. Когда вот присутствуешь здесь, сердце бьется по-другому. И видишь картины в фильмах, как дети плачут. Ну, вы понимаете, что дети – это самое дорогое. А когда они побывали в горниле смерти, прям в логове смерти, это вдвойне страшнее. Поэтому сегодня, как вот сказал Владимир Владимирович Путин, вот эти вот мероприятия, уроки митинга реквиема – это живая история уроков мужества. Среди участников – представители правительства, городской администрации, общественных организаций, молодежь. Присутствующие возложили цветы к памятнику узникам концлагерей. Павел Половов, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды». Со следующей недели в регионе будет объявлен пожароопасный период. Однако ситуация такова, что пожары случаются уже сейчас. Причина банальна – человеческий фактор. Выброшенные окурки, непотушенные костры, а где-то и вовсе намеренные поджоги сухостоя. Вчера в километре от Новоульяновска загорелось поле. Не успел сойти снег, как в Новоульяновске загорелось поле. Несколько гектаров земли объято огнем. На месте работает один пожарный расчет. Сегодня в 14:45 в службу спасения поступило сообщение о возгорании сухой травы в километре от города. Через 10 минут пожарные уже были на месте и контролировали ситуацию. Важно было не допустить распространения огня на населенные пункты. Напоминаем, что с наступлением весны приходит не только прекрасная погода, но и риски возгораний. Со следующей недели в Ульяновской области будет официально объявлен пожароопасный сезон. При обнаружении пожара звоните по телефонам 01 и 101. Двухзначный для стационарного телефона, а трехзначный для мобильного. Виктория Черкова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды. Сегодня состоялось очередное заседание правительства Ульяновской области. Особое внимание участники совещания обратили на вопросы здравоохранения, выдачи жилья детям-сиротам, отлова и содержания безнадзорных животных. Озвучили представители власти и дальнейшую судьбу портовой особой экономической зоны в Ульяновске. На повестке дня 15 основных вопросов и 4 тематических. На очередном заседании правительства Ульяновской области первое слово предоставили министру строительства и архитектуры Алсу Садрединовой. Она озвучила правки в соответствии с федеральным законом об обеспечении жильем детей-сирот или оставшихся без опеки родителей. Так, в законе уточняется требование по населенным пунктам и многоквартирным домам, где в силу вступают права на жилплощадь этой категории граждан. Ну, суть закона на самом деле заключается в том, что при обеспечении детей-сирот микрорайоны и населенные пункты, там, где обеспечивают жилыми помещениями, 25% не должно превышать 25% количества проживающих детей-сирот. Потому что получается ситуация, когда вот в одном доме практически все дети-сироты проживают, и ситуация несколько складывается, мягко скажем, асоциальная. Поговорили о животных. Участники заседания провели еще одно региональное законодательство в соответствии с федеральными канонами. На этот раз речь шла о терминологии. В документах, регулирующих отлов и содержание, словосочетание «безнадзорные животные» следует заменить «животные без владельца». Однако Александр Смекалин подчеркнул, что за всеми формулировками и операциями с ними должна скрываться реальная польза, а не просто механические действия. С вами еще раз поговорим, потому что формальными вещами, юридическую составляющую необходимо нам соблюдать, но по сути, в общем-то, единогласно участники заседания поддержали изменения в госпрограмму региона по развитию здравоохранения на ближайшие годы. Внутри отрасли перераспределили почти 27 миллионов рублей. Из этих денег 21 миллион пойдет на ремонт центральной медико-санитарной части. Остальные 6 – на ремонт кровли Новомалыклинской районной больницы и создание первичного сосудистого отделения в Новоспасской районной больнице. От здравоохранения перешли к судьбе портовой особой экономической зоны в Ульяновске. Проектом закона планируется принятие в государственную собственность Ульяновской области
2 732 73 именных обыкновенных бездокументарных акций акционерного общества «Портовая особая экономическая зона», которые безвозмездно передаются акционерным обществом особой экономической зоны в государственную собственность Ульяновской области. Правильный шаг, тем более, ну, к сожалению, там большого потока инвесторов там со стороны там, единого центрального распределения их там мы не видим, поэтому в любом случае эта функция полностью лежит на нас, там, на корпорации развития, на управляющей компании «Портовая особая экономическая зона». Ну, поэтому надеюсь, что сейчас эффективность управления этой нашей территории значительно повысится. По оценкам специалистов, такой правильный шаг приведет к оперативности принимаемых решений в управлении ПАЭЗом. Это первое. Второе – сократят и сроки в присвоении статуса резидента, что является весомым плюсом для инвестиционной привлекательности площадки. Рената Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Садоводческие маршруты. В предстоящие выходные работа некоторых маршрутов будет организована по особому расписанию, согласованному с председателями садоводческих товариществ. А вот уже со следующих выходных, то есть 20 апреля, этот вид общественного транспорта будет функционировать в полноценном режиме. Как пояснили в Управлении дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска, как раз после проведения районных легкоатлетических эстафет. Заодно успеют и дороги к садам привести в надлежащее состояние. Ремонт аварийных участков планируют организовать с 15 по 19 апреля. В Ульяновске идет подготовка к региональной студенческой весне. Параллельно молодежь проходит отбор на всероссийскую весну, которая в этом году пройдет с 14 по 19 мая в Перми. Накануне на сцене педагогического университета выбирали лучших чтецов и студенческие театральные объединения. За студенческими баталиями наблюдала Рената Алиулова. Последние приготовления и закулисная дрожь. С минуты на минуту на сцену педагогического университета выйдут первые участники финального отбора на всероссийскую студенческую весну. В этом году масштабное молодежное событие пройдет с 14 по 19 мая в Перми. Здесь конкурс «Студенческий театр», он проходит в рамках Ульяновской студенческой весны. Это фестиваль, который ежегодно проходит и является частью большой программы «Российская студенческая весна». Является таким региональным этапом, где мы выявляем людей, которые поедут представлять наш регион на площадке в городе Пермь. Проходит в этот раз «Студенческая весна», собственно, там и будет финал. Больше 30 участников и сразу несколько номинаций: художественное слово, театр малых форм, оригинальный жанр, студенческий театр и авторское художественное слово. Сегодня я буду читать стихотворение Евгения Евтушенко «Я разный». Это стихотворение, оно, в общем-то, всем нашем поколении, оно близко каждому из нас. Как я готовился? Ну, репетировал просто, читал. Дома или как? Дома. Ну, перед этим еще на межфакультетской студвесне. Первое место занял. Студенческая труппа театрального объединения «Палитра» при педагогическом университете существует 5 лет. Молодежь в основном ставит постановки собственного сочинения, выступает на сцене «Альма-Матер», дает благотворительные спектакли и представления, в том числе в других городах. В отборе на студенческую весну участвуют впервые. На сцену ребята вышли с авторской пьесой «Берегите себя и своих близких». Спектакль на самом деле о таких злободневных темах, вот, прежде всего одиночество людей, то, что у нас главная героиня, она зациклена на телевизионных передачах, скажем так, Малахова там, и других, и так далее. Она только их смотрит и живет только этим миром, а своих детей она абсолютно не видит и фактически отрекается от них. Студент второго курса педуниверситета Салават Абитов признался, что пришел на конкурс, чтобы рассказать о своих чувствах девушке. Я знаю притчу о старом-престаром мужчине. Ему 90, а он не женат. Вы что, не нашли идеал? Перед смертью спросили. Нашел идеал, но так долго искал. И что же она? Отказала вам просто? Увы, отказала. Была занята. Искала мужчину высокого роста, чтоб молод, богат был. Ну, в общем, мечта. На самом деле, этот стих направлен девушке, которая сегодня должна будет сидеть в актовом зале, и я целенаправленно пришел сюда. Чтобы поучаствовать, да, проверить свои силы однозначно, но и показать как-то свои чувства. Свое мастерство студенты презентуют деятелям культуры, режиссерам, руководителям успешных творческих коллективов Ульяновской области. У каждого из судей свои критерии оценки. Любовь – дело, которому они пытаются служить, искренность, честность, ну, по возможности, профессионализм. Имена победителей финального этапа отбора, который представит регион на Всероссийской студенческой весне, будут известны уже сегодня. Рената Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.
В регионе прошел отборочный этап по масс-рестлингу. В этом году Ульяновская область впервые стала местом проведения чемпионата Приволжского федерального округа по данному виду спорта. Участниками стали более 50 человек из 6 субъектов – Ульяновской, Самарской, Нижегородской областей, Республик Татарстан, Чувашия и Мордовия. Ульяновцы отличились почти в каждой номинации. Например, все три призовых места в весовой категории «Мужчины 105 кг» достались нашим землякам. А Сергей Савельев представит Ульяновскую область на чемпионате России по масс-рестлингу, который пройдет в конце апреля. В ближайшие сутки в регионе ожидается теплая и сухая погода. Ночью температура воздуха составит около 5 градусов, а завтра столбик термометра поднимется до 18 градусов по Цельсию. Ближе к вечеру ожидается облачность, магнитное поле неустойчивое. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До свидания.